Линч, «Їда Бароніна» в овочном сате. Готовое блюдо, только разогреть 250 грамм. Здесь у нас есть сразу сколько чего в нем. Целый год хранится. В случае печки можно разогревать прямо вот в этом контейнере 3 минуты, либо на сковороде, либо на горелке. Такая обычная походная еда. Единственное, что для микроволновки нужно будет снять фольгу. Ну, теперь можно вскрыть и посмотреть, как выглядит в неразогретом состоянии. Ну, запах, конечно, хороший. Тут все якобы натуральное. Оно либо в желе, либо напоминает корм кошачий. Ну, не знаю, разогреем, как будет выглядеть, посмотрим. В принципе, должно быть съедобным, по идее, все это дело. Будем посмотреть. Вот так сие чудо выглядит в разогретом виде. Ну, а в натуральности не приходится сомневаться, потому что у меня аллергия на сладкий перец, и после употребления данного продукта меня высыпало так, что в течение 3 дней я уже пью дизал с остатками кожного проявления уже практически сошло на нет, но тем не менее продукт более чем натуральный. Можно употреблять дальше. Для тех, у кого нет аллергии, наесться им без всяких проблем можно. И сытный, хороший, в меру жирный, ну, поскольку баранина. Там есть другие вкусы, можете взять и попробовать. Ну, а пока, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. До скорых встреч!